Проверить уровень сахара в крови предложили химчанам. Сегодня в городском округе провели ежегодную встречу, посвященную профилактике заболевания. Кроме диагностики, посетители узнали о новых лекарствах и послушали лекции специалистов. Любовь Сивоха не пропускает такие встречи уже 2 года подряд. Женщина следит за своим здоровьем. Очень интересно, очень. Потому что мы стареем, так сказать, и у нас может и появиться действительно сахарный диабет и все. Но вот когда послушаешь вот это же, ношества всякие бывают, и очень интересно. Для меня, и я рассказываю всем своим подопечным тоже, если они не пришли. Сахарный диабет – серьезное заболевание. Оно может привести к инвалидности и нарушению работы внутренних органов. Поэтому так важно регулярно проходить обследование и сдавать анализы. Мы приглашаем на программы диспансеризации, профилактические осмотры. У нас работает центр здоровья, где люди могут измерить свой сахар крови, холестерин, артериальное давление – те показатели, которые нужно контролировать при сахарном диабете. Диабет бывает как врожденным, так и приобретенным. Своевременная диагностика помогает выявить болезнь на ранних стадиях. Для этого достаточно пройти диспансеризацию в поликлинике. Большую роль в профилактике диабета играет правильное питание и физическая активность. Официально, по данным статистики, в городском округе Химки на текущий момент зарегистрировано 5000 больных с сахарным диабетом, а по неофициальной статистике это количество в 2 раза выше. Соответственно, это мероприятие крайне важно и имеет большой интерес у жителей. Проверить здоровье сегодня пришли около 100 химчан. Также это сделать можно и в поликлинике. Для прохождения диспансеризации нужен лишь паспорт и медицинский полис. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.